Сегодня в студии я, Сир Макс, как всегда на ваших экранах и, как всегда, вечером. Что ж, давайте будем смотреть нашу передачу и что у нас сегодня новенького. Новенького у нас будет 4 игры. И пятая игра будет такая, называется она Mortal Kombat 4. Ну ладно, к ней вернемся попозже, я вам расскажу что-нибудь, что бы вам рассказать. Ну, вы все звоните и говорите, спрашивайте у нас, когда привезут диски на Sony PlayStation. Я вам могу ответить. На следующей неделе. Звоните, дисков будет очень много, так что выбор будет очень богатый. Все играли, наверное, игрушка называется Tomb Raider. Первую часть, вторую часть также играли все, наверное, Resident Evil. Обалденные игрушки, наверное, это самые лучшие игры на Sony PlayStation. Разных жанров. Вот в этой игрушке, Enigma, склеены два этих жанра в одном. Так что можете представить, какая это игра. Мы ее покажем в первую очередь. Следующая игра это Lucky Luke, тоже прикольная игра, она сделана, по-моему, по нашему советскому фильму, который называется «Раз ковбой, два ковбой». Ну, мультфильм Каспер вы все, наверное, видели, эта игра не новая, но, тем не менее, вам надо как-нибудь про нее напомнить. Что ж, вот он, Комбат 4. По большим заявкам наших геймеров, которые приходят нам в салон бонус и спрашивают, ну как же открыть этих секретных трех бойцов? Мы вам это продемонстрируем. На видео. Вернее, мы вам не будем показывать, как открывать, мы их вам покажем, самих игроков. И заключительная наша будет сегодня игра, которую мы увидим, это Skeleton Warrior. Мужик, рыцарь, ходит, мочит, убивает разных скелетов, подбирая их сердца и стреляя в них, ими же, в их врагов. Ну что ж, давайте смотреть игры и подбирать, что же мы с вами будем играть в дальнейшем. We'll be right back.
Thank you.
want my dinner, Casper. As the crystal
is torn from its home. Sirens are triggered throughout Luminosity, summoning the young prince to save the kingdom from destruction. Prince Justin lunges at the Baron to rescue the crystal. The struggle splits the crystal, unleashing its enormous powers. The power of the crystal has transformed Baron Dark into a living skeleton. The heroic Prince Justin has now become Prince Lightstar, the only mortal with enough power to battle Baron Dark and destroy his skeleton warriors. Ну что, увидели своих трех бойцов? Также там много разных приколов, наподобие того, что Брако становится такая большая-большая голова. Это вы, наверное, видели. Долго-долго, наверное, смеялись над этим. А чтобы узнать, как же все-таки они открываются, вам нетрудно будет прийти в салон бонус и купить вот такой вот трикс. Там написано все про комбат и как там что делать. Ну вот. Что я вам еще хочу сказать? Ну, сколько раз вам можно говорить? Победители конкурса, которые выиграли Орбит, придите, пожалуйста, получить свои призы. Они же там пылятся. Их просто-напросто скоро завалит этой пылью и унесут куда-нибудь. Так что приходите, пожалуйста, звоните. Победители конкурса Орбит. А задание у нас будет сегодня такое. Резидент 2. Знаете игру эту? Как открыть всех секретных... Ой, кто принесет, вернее, нам. Запись. Конечно же, запись на Memory Card. Бонус-клуб со всеми открытыми секретными персонажами.
тот получит оригинальный приз в виде компакт-дисков или чего-нибудь тому подобное. И вот, что еще хотел сказать. Сейчас начался учебный год. Все должны, наверное, сидеть дома, учить уроки, а вечером только играть. Это было испокон веков, и так и должно быть. Но смотрите, если вы будете целыми днями играть, то может с вами случиться вот такое. Просто ваши родители могут сделать с вашей приставкой вот так. Смотрите бонус-клуб. Наш телефон 22 49 28.